Дорогие друзья, мы сегодня прибыли в больницу благодаря подписчикам Андрея Лысенко, Татьяны Николаевны Монтян. Мы сегодня привезли перекись, перчатки, матрасы противопролежные, перчатки противовирусные, бинты, вату. Также мы привезли вот такие хозяйственные наборчики, каждому тут 20 штук. Вот, также мы привезли вот такие вот принадлежности. Вот, ну, в общем, все, что, в принципе, даже тут подушечки, валики, вот, и все такое по мелочи. То, что очень как бы антисептики, да, здесь есть все. Перекись, антисептики, бинты, вата, здесь все. Здесь огромное спасибо телеге добра. Да, спасибо. Вот, очень большое спасибо. Вот. Сейчас это посыпаем, потом здесь у нас еще валики. Это у нас от бабок ёжек. Угу. Вот. Очень большое спасибо. Это у нас противопролежный матрас. Девушка, берите. Вот один, значит, вот другой. Вот два штуки.